что, напомню? Так, это у нас 14 ноября 17 год, Харьков. Попросили меня Пушкинскую снять, почему не отсюда начать, шел здесь с Аказии. Вон он, наш дом со шпилем. Дануга. Ну и будет это нудно, но кому что нравится. Пушкинская так Пушкинская. Это у нас синагога. Ну, не конкретно у меня, но в Харькове. Клиника здоровой груди. Я надеюсь, это не кривой смайлик, а указатель. Да, ну такая, конечно, 18+ эмблемка. Да, из того, на что хотелось бы обратить внимание, плюс 15 градусов нынче в Харькове. Как раз он мимо градусника я сейчас прошел. Было плюс 15, на моих глазах упало, да, плюс 14, но учитывая, что сейчас уже третий час. А плюс 15 для ноября, это знаете ли. Занадто. Не знаю уж, кто и по какому участку ностальгирует на улице Пушкинская, но раз не указали конкретного места, так буду снимать частями, куда попадаю, там и снимаю. Да, вот эти надписи сохранились. Если у нас маленькая 15, как мне сказали на одной экскурсии, еще с тех времен. Не здесь конкретно, а в Шаровке. Ну, в общем-то, это действительно надписи с тех времен. Так, и... площадь поэзии. Пушкин наше все. Но не наше конкретно. А российская культура. Так что учитывая, что мы в Харькове, в Украине, даже и не наше. Там есть Гоголь, который куда больше отношения имеет к Украине. Детский магазин на поэзии. Да, тут еще буквально давеча открыли какой-то мурал. Это
В честь Украино-германской дружбы. Ой, какой домик Карлсона симпатичный. Пост номер 9, город Счастье. Встал один, она говорит. Земельный банк. Кто этот товарищ? Кацубинский. Очень интересно. Перед земельным банком, да? Ну хорошо. Надо будет посмотреть заслуги Кацубинского в деле создания земельных банков. Вот он, красавец. Вынь оленя да положь, чтобы золото рога на соул. Стульга Арт. Что ж тут символизирует дружбу Германии с Украиной? Нет, 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 ради бога. Смотри, какая красота. Вот надо было и немецкий учить. Оленя вижу, ключик вижу, золотая цепь на дубе том. Так. Алло. Не, не иду, отец, я снимаю сейчас, давай я тебе потом, или, ну, в общем. Так. Что ж это за дерево, интересно. Одни загадки сегодня. Ладно, наверное, я отдельно сниму это все. Сейчас прерву запись, потом все вместе поставлю.